Здоров, подписота. 11 мая, четверг, 23-й год. Обед. Обед. Обычный обед. Вчерашние щи. Три бифштепсика и тут и гречечка. Ну и помидорка на закусь. Давайте жрать. Что за жизнь? Опять же без майонеза, да? Это не жизнь, а существование. Также обязательно обязаловка горчицы. Горчица должна присутствовать по-любому и на хлебе, конечно. Упал микрофон, да? Упал микрофон, ну ничего страшного, мы поднимем. Микрофон упал. Вот он упал. Берем сюда его, пристегиваем. Раз микрофон, два с микрофон. Давайте жрать. Мини-биштексики. Только пожаром. Обед. Можно сказать даже ПП. Правильное питание. Ну, если хлеб не брать. Хотя хлеб тоже ПП. Почему? Потому что он же не пел, и он серый. ПП с ПП, чик. Угу. Нормально, папа. Что-то не хватает. Еще что-то мне не хватает. Чеснока. Да. А если с сырным соусом? Бифштекс. Вот так вот. Нормально. Бифштекс, он совсем вкусный. И с соусом, и с горчицей. Хорошие бифштексы, тонкие. Готовятся там за 7 минут. Тоненький, прожарится быстро.
раз в сутки суп должен быть в желудке. Опачка. Продолжаем жрать. Горячо. Картошка. Второй хлеб. Да. Горячо, наверное, третий. Для всех любителей ПП. Не торопись, блядь. Отрыжка. Больше всего мне нравятся вот эти тоненькие котлетки. Они уже ем я их. Раз третий. Расстрите. Общество чистых тарелок.